С вами канал Улицы Москвы. Мы находимся недалеко от речного вокзала. И у нас снова не самый радостный повод для выпуска. Дело в том, что с завтрашнего дня Ленинградское шоссе лишается практически троллейбусных маршрутов. Отменяется маршрут номер 43. Ну, остается на какое-то время 57-й, который делает разворот на Войковской. Но его вроде бы как тоже скоро заменят на автобус. Сейчас будем ждать троллейбуса и прокатимся к прибрежному проезду, к его конечной. Вот обратите, кстати, внимание на эти переходы. Они здесь еще с советского времени. Вот этот вот металл. Визитная карточка Ленинградского шоссе. А вот, кстати, и наш рогатый едет. Здесь объявления нету вот на речном вокзале, но на Войковской я видел его. Шестерка уже тут не ходит. Месяца три, наверное. Как и короткий 43-й. Но вот 43-й обычный. Ездил тут последнее время в одиночестве. Не стойте близко к проезжей части. Соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только по пешеходным переходам. Так, ну что, куда нам присесть? Я думаю, вот на эти места. Опа! Вот сюда вот. Чтобы было видно. Ну и впереди тоже вот. Я думаю, там уже дальше речного вокзала никто не должен зайти в эти места. Северный речной порт. Следующая остановка — Беломорская улица. Еще 58-й поворачивал раньше. Ну и 43-й. Последний из Магикан, оставшийся вот в этих краях. А вот там дальше была конечная 6-го. Кинотеатр Нева.
Ленинская улица. Следующая остановка. Канал имени Москвы. Канал имени Москвы. Следующая остановка. Прибрежный проезд. Подъезжаем. Сейчас троллейбус здесь сделает круг, поедет свой обратный неблизкий путь к Карамышевской набережной. Жалко, конечно, этот маршрут. Думал, он продержится несколько подольше. Прибрежный проезд. Но, видать. Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив филиала Центральный. Но, видать, филиал Центральный хочет поставить рекорды по темпам закрытия своих троллейбусных маршрутов. Вот только 1 числа закрыли 21, 61 и 82. Так вот через две недели пришел черед и 43-го. Ну а там уже говорят, скоро закрывается и 57-й тоже. Итого останется 4 маршрута в парке на Соколе. Вот как-то так. Вот водитель решил покурить. Путь к нему не близкий, с Карамышевской набережной все-таки. Ладно, не будем смущать его. Будем тогда закругляться.